Доброе утро всем! Приветствуем вас из Одессы! У нас сегодня прекрасная погода, светит солнышко, красота. И я сегодня хочу поехать за город, потому что хочется на природу, к озеру, потому что на море еще ветерок, на море мы еще сходим. Но сейчас я хочу вот на такую романтическую природу, и солнце, и погода сегодня к этому располагают. И сейчас мы с вами поедем. Что, друзья, едем мы по трассе в сторону Овидиополя, и очень здесь зелено, красиво. Сейчас я вам покажу. Вот мы проезжаем вот такую надпись. Я люблю Овидиополь. И дальше все очень даже красиво. Все зелено. Вот так вот. Так что едем за город на природу. Люблю здесь спускаться в Овидиополе вот сверху вниз. И здесь наблюдать вот такой красивый вид на Днестровский лиман. Ну и мы, конечно, подъедем поближе к лиману. Ну что, ребята, я подъехала поближе к берегу лимана. И здесь такой воздух хороший. И что самое интересное, что здесь только что скосили траву, и здесь пахнет скошенной травой. Вы знаете, какой аромат скошенной травы? Вот аромат вообще нереальный. Здесь так пахнет. И вообще здесь такое тихое место. Здесь вот сейчас я вам покажу, здесь камыши. И вот такой на лимане там рыбаки всегда ловят рыбу. Сейчас мы подойдем, посмотрим. В общем, тишина, природа и вот такая вот красота. А вот она, скошенная трава. Вот ее здесь много. Сейчас я вам покажу. Здесь только что ее скосили. Вот такие кучки травы. Вот. И аромат просто завораживает. Вот подошли поближе. Лиману. Здесь такие заросли камышей. Деревья красиво подбелены. Здесь порядочек, красота. И вдалеке мы видим рыбаков и лиман. За счет того, что сегодня все-таки ветер, посмотрите, какие волны в лимане. Вот. Аж докуда брызгает вода. Как рыбка ловится? Ловится рыбка? Конечно. Да, можно даже посмотреть ваш улов. Вот так вот. Это что такое? Карасики? И карасики, и таранечки, и уклеечки. Ай, супер! Так что вы тут не зря сидите. Только ветер сегодня. Да, природа. Здесь такая тишина, красота, камыши. Отдых супер. Да, поют камышовные. Камышовые птички. Да, камышовочки называются. Но... Все, удачи вам! Зацепились, пришлось костюм одевать. Ну, вот такая вот здесь романтика. Вот такой здесь проход. Раньше здесь катера приплывали с того берега, с Белгород-Днестровска. Но здесь сильный ветер, мы дальше не будем снимать, потому что ветер очень гудит, шумит. Конечно, здесь площадочка с такими скамеечками, где можно порелаксировать, отдохнуть под
подышать воздухом. Романтика, красота. Здесь такое дерево красивое, верба или ива. И птички поют, и крякают утки. Вот недалеко сидим. Вот оттуда доносятся такие звуки птичек. И воздух суперовый. Все, уезжаем с Овидиополя. Здесь работники работают, наводят красоту, будут высаживать цветы. Так что скоро здесь будет красота. Ну что, друзья мои, вот я уже возвращаюсь домой. Вот такая была моя сегодня прогулка по берегу Днестровского лимана в Овидиополе. Напишите в комментариях, понравилось ли вам и что вы об этом думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь. И что хочу сказать, погода немножко испортилась. Было солнце, сейчас стало пасмурно. Ну, вот как обычно. И всем пока-пока!